К открытию сезона Краевая филармония полностью оборудовала новый концертный зал, рассчитанный на 750 мест. Помимо него продолжают работать камерный зал и фойе, где планируется открытие краевых выставок различных забайкальских талантов. Проведение концертов, выездных мероприятий, организация гастролей российских и зарубежных звезд – вот далеко не полный список того, что предлагает читинцам Забайкальская краевая филармония. На сегодняшний день здесь работают такие коллективы, как ансамбль народных инструментов имени Будашкина, дуэт «Рандеву», эстрадная группа «Настроение». Можно перечислять до бесконечности. Также в новом сезоне филармония предлагает своим зрителям различные варианты абонементов на посещение здешних мероприятий. Вы выбираете интересующую вас концертную программу и становитесь законным обладателем своего собственного места на протяжении всего сезона. Теперь 1 октября ознаменовано днем нового рождения бывшего Дворца искусств, а ныне Забайкальской краевой филармонии.